Всем привет, с вами Inform TV. Несколько часов назад российская певица Саша Проджект Александра Гинзбург была госпитализирована в тяжелом состоянии. Согласно сообщениям СМИ, артистка потеряла сознание в своей квартире в Москве. Она успела позвонить матери перед происшествием, сообщив о том, что сделала. До приезда врачей Александра впала в кому и была доставлена в реанимацию. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое. У певицы двое детей. Причины, толкнувшие ее на этот шаг, пока что выясняются. Но известно, что у Саши долгое время были личные и медицинские проблемы. Она не могла петь. Ранее она рассказывала о последствиях неудачных пластических операций, которые ухудшили ее здоровье и внешность, что привело к многолетним депрессиям. Напомним, Саша Проджект получила популярность в начале 2000-х благодаря своим хитам «Мне просто очень нужен ты» и «Говорила мама». Ее даже называли Бритни Спирс за схожий музыкальный стиль и яркую внешность. Ее карьера стремительно развивалась, но в дальнейшем популярность пошла на спад. Попытки вернуться на сцену, в том числе участие в юбилейных концертах, оказались безуспешными.